Всем привет! Меня зовут Анастасия, я основатель агентства недвижимости Well Homes, Турция, город Мерсин. Это мой менеджер Айшат. Сегодня мы вас познакомим с комплексом, который находится в районе Мезетли, Ак-Денис. Там есть квартиры планировки 1+1 и 2+1. Помимо того, что мы познакомим вас с прекрасным комплексом, который расположен максимум в 400 метрах от моря, также мы вам покажем локацию района Ак-Денис. Вы увидите пляж соли, увидите прекрасный парк, в котором вы можете прийти пожарить шашлыки. Также покажем вам школы и многое-многое другое. Поэтому смотрим видео до конца, ставим лайк, не забываем подписываться на наш канал, потому что на нашем канале есть не только видеообзоры жилых комплексов, а также много-много-много-много всякой разной информации. Вам будет это полезно. И поехали! Сейчас мы находимся на территории проекта номер 36. Территория проекта составляет 3300 квадратных метров. А сейчас я вам расскажу, что будет на территории комплекса. На территории комплекса у нас открытый бассейн, открытая детская площадка, открытая зона для барбекю и также открытый паркинг. А сам комплекс у нас будет газифицирован, будет также генератор в комплексе. Хотела обратить ваше внимание на то, что здесь квартиры планировки 1+1 и 2+1. 5 квартир планировки 1+1, они выходят на одну сторону, все квартиры выходят на южную сторону. И 2 квартиры планировки 2+1, они угловые, они выходят на 3 стороны. 2+1, площадь квартир 90 квадратных метров. Квартира 1+1, площадь 60 квадратных метров. Квартиры все сдаются в чистовой отделке. Двери, кухонный гарнитур. В ванной комнате у вас будет душевая кабина, будет унитаз, раковина, шкафчики будут в ванной комнате, а также смесители. А сейчас Анастасия расскажет вам про локацию данного комплекса и про район. Итак, дорогие наши друзья, самая первая локация в нашем видео будет это парк, который расположен от вашего комплекса максимум в 500 метров. Вы даже не представляете, как там круто. Мы, кстати, частенько туда ездим на шашлыки. Вход платный, за машину, если я не ошибаюсь, около 100 лир. Там есть уже мангалы, вода, беседки, зоны для детей, там всякие разные качели и так далее, горки. Очень круто. А самое важное, там очень крутой пляж. Он реально пологий, песчаный. И всего лишь от вашего комплекса максимум 400 метров. Но это не единственный пляж, который есть у вас. Мы еще также покажем вам пляж Соли, который от вашего комплекса расположен примерно 1,5 километра, куда вы можете всегда прийти и бесплатно покупаться, там всегда ставятся шезлонги. А сейчас мы находимся в одной из локаций, которая как раз-таки является преимуществом для вашего жилого комплекса. Это торговый центр Соли. Да, это небольшой торговый центр, но в него вы можете всегда прийти. Здесь имеется гроссери, здесь имеется Мигрос, также имеются банкоматы, где вы можете снять деньги, ну и небольшой магазинчик, где можно приобрести какую-то, какую-то одежду. Вот. И тут же рядом имеется пляж Соли. Что же все-таки хорошего в этой локации? Конечно же, то, что у вас всегда в шаговой доступности имеются детские сады, школы, поликлиника, частные больницы, государственные и так далее. А теперь пойдемте посмотрим пляж. Итак, следующая наша локация – это вот такой вот небольшой парк, куда вы можете прийти искупаться, погулять по набережной. И именно здесь имеется два пляжа. Один галечный с одной стороны мостика, с другой песчаный. Я вам уже эту локацию, мне кажется, очень много раз показывала, потому что все наши комплексы как раз-таки здесь сейчас расположены. Это новый район, который только облагораживается. И здесь вот этот комплекс, он как раз-таки самый ближний, который расположен к морю. Напротив вашего комплекса имеется красивый пляж, эвкалиптовые там роща целая, куда вы можете приехать, пожарить шашлыков, посидеть с семьей, с компанией. Очень много, каждый
каждые выходные там просто забито. Туда обязательно нужно заранее приезжать, утром рано приезжайте, чтобы вам было место с мангалом, там, с беседкой и так далее. Самые козырные места, они еще с утра забиваются. Ну и там очень классный пляж. Ну и еще здесь. Данный пляж от вашего комплекса расположен максимум в 1,5 километра. Это прям максимально. А тот пляж, который я первый говорила, там, где есть парк, там платный вход, там все убирается, все чистенько, хорошо, там получается 400 метров. Но есть еще чуть в сторону, там, грубо говоря, вот это вот самый классный дом, который расположен прямо рядом с морем. Если вам нужно море, это вам сюда. Друзья, наше видео подходит к концу. Я уверена, что данное видео для вас стало полезным не только при выборе жилого комплекса, но и вообще при выборе района, где вы хотите жить. А теперь пришло время подвести итоги. И Айшат как раз таки нам это все поможет сделать. Самый главный плюс – это, конечно, локация данного комплекса. То, что он находится недалеко от моря. До моря у вас 500 метров. И, кстати, с верхних этажей, да даже не с верхних, у вас будет видно море. И плюс еще у вас рядом есть магазины, торговый центр, прекрасный парк и еще школы и садики. Ну вот и все. А теперь ставим лайки, подписываемся на наш канал, колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И не забывайте писать в комментариях, что мы должны для вас снять. Потому что каждый ваш комментарий для нас реально очень важен. Если будет от вас обратная связь, соответственно, мы сможем вам дать то, чего вы не можете получить где-то в просторах интернета. Потому что мы хотим вам дать полную информацию, чтобы вы, не только выбирая наш город, смогли ориентироваться в Турции, но и без разницы, может, там в Анталии или где бы в другом городе. Поэтому каждый ваш комментарий для нас очень важен, каждый ваш запрос. И теперь увидимся в следующем выпуске. Пока-пока! Yes,